Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A60, и сейчас мы вместе с вами будем его настраивать первый раз. Нажимаем на стрелочку, далее выбираем язык, нажимаем далее, выбираем регион, нажимаем продолжить. Здесь мы можем ознакомиться с пользовательским соглашением, защитой конфиденциальности пользователя. Нажимаем «Следующее», «Далее». И можем подключиться к сети Wi-Fi. Также можно пропустить этот шаг и настроить все офлайн. Для подключения выбираем «Сеть» и вводим пароль. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Для этого можно нажать «Далее» и проследовать инструкции. Я нажму «Не копировать». Можем войти в Google аккаунт, вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Ок». Нажимаем «Принять». Нажимаем «Далее». Выбираем поисковую систему. Здесь мы можем настроить способ снятия блокировки. Я выберу пароль. Выберу графический ключ. Нажимаю «Продолжить» и ввожу один раз пароль и второй раз. Нажимаю «Далее». Нажимаю «Продолжить». Здесь мы можем подключить Google Pay. Я этого делать не буду, но вы можете нажать «Далее» и ввести все, что нужно. Здесь нажимаю «Нет, спасибо». Здесь мы нажимаем «Далее», выбираем разрешение экрана и размер шрифта, по умолчанию средний или большой. Дальше выбираем способ навигации, нажимаем «Готово» и «Начало работы». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.